Игра, давай начнем по чуть-чуть создавать наконец-то товары. Спасибо. Город разрастается, рост населения 1100 человек. В любом случае, заново рассчитали потребности города с учетом этих данных. А у меня здесь один, да, бесконечный источник еды? Ну, вроде да, как и сказали. Минус 5 домов. Достроить куда-нибудь пристроечку. Если я смогу вот сюда выйти, раз. Это же еще малый район пока что, да? Да, я смогу вот сюда вот выйти. Раз, два, три. Раз, два, три. И тогда мы с этим районом еще объединимся. Интересно. Это будет полезно, как будто бы. Тебе, скорее всего, потом включать усиленное удобрение, когда остальная еда кончится. Но я в утопию не играл. Может, там есть другие источники. Ну да, может, здесь вообще бесконечный мир, да? Допустим. Так, мне нужны новые работяги. Для этого мне нужно ледорубнуть. Блин, серьезно, только вот так вот, да? Сюда не могу, ладно. Ледорубнуть немножечко. Что за золотой знак? Это вот митинги в поддержку нас. Вот. Это так работает. Двадцать человек погибли и поранились на чрезвычайных сменах. Никто не обещал, что будет легко. Еду-то кушать надо какую-то. Так, товары. Ребята очень просили товары массового производства создать. Наши механики и авантюристы. Они вместе это поддерживают. Да опять чат отвалился. Connect my game. Так, ребята. Голосуем. Это полезная штука, приятная. Поддерживает авантюристов. Решайте, помочь или нет. В целом, скорее всего, примут. Давай первые подписки. Сейчас дешевая, потому что региональные цены есть. Россия бедная, поэтому подписки всего по 130 рублей. В Турции там подписки вообще 70 рублей были раньше. Вроде бы сейчас подорожали немножко. Где какая фракция сидит? Да, они все по чуть-чуть. Вот мыслители сверху, вот здесь авантюристы. Можно их, кстати, посмотреть. Золотые зубы. Что они такие это? Богачи, короче, такие местные. Хотя не, богачи здесь должны быть лорды. Они хотят принять детство. Они хотят принять пищевые добавки. Не хотят принять тоже пищевые добавки. Но, кстати, если у нас нет общих правил по пищевым добавкам, я в целом так-то и не против. Так, 50 человек, давайте голосуем. Наверное, надо ограничить 50, потому что 100 мы не набираем, нам зрителей не хватает, которые с компов сидят с приложением могут. Ну давайте, давайте. Все против, говорит, ребят. Все против. Все против. Ага, сейчас прям. Все за. Товары массового производства — это шаг к прогрессу.
66, хорошо, прям сильно. Немножко против, немножко. Так, Матидзуки, а тебя здесь и нету. Ты здесь... Ты врал, что ли? Ты врал, что все против? Я тебя не вижу. Вот надо брать и самому голосовать. Станут лучше к вам относиться, уровень доверия вырос. 647. Так, 39, да? Ой, здесь как будто надо включать тоже чрезвычайные смены на эти... Блин, да не-не-не, чрезвычайные смены на товары производства звучит так себе. Промышленный район, смена отменена. Да-да, я молодец, я знаю. Да, это с телефона. Как развитие продвигается? Осторожно, верно. Пока нормально все, да. Так, у меня есть работяги, пускай немного угля добудут. Строится, да? Что там, ивенты опять какие-то? Я звуки какие-то слышал. Да вроде... А, вот треугольник какой-то. Город меняется. Макс Кейн, Спартной, боятся, что интересно наращивают свое присутствие. Летальщики возникли, поскольку их не устраивают авантюристы. Мы создали здесь семью, вырастили детей, вкалывали, невзирая на тяготы. Как и все остальные. Но эти авантюристы ходят по улицам и указывают людям, что они должны делать, о чем должны думать. Они несут полную чушь. Она противоречит всему, что нас закалило. Я, мы этого не потерпим, от этого зависит судьба наших детей, мы будем определять курс города. Будут? Будут? И у них все очень негативно сейчас. Лорды 500 человек создают фракцию, эти закаленные и стойкие исследователи считают морозные земли своим новым домом. И остальных членов фракции семьей, скрепленной традициями. Вообще-то как будто латальщики, а не летальщики, чё? Но по факту это те же самые ребята, которые... Они даже выглядят как те же самые ребята, по-моему, которые у нас были, не? Автоматическая смена, типа разгор не по душе, освобожденная молодежь. Понятно, что им не по душе. 30 человек погибли во время чрезвычайных смен в городе. У меня чрезвычайные на еде стоят, да? При этом у меня на еде не максимум людей. Нужны какие-то теплицы, что-то такое. Нужны новые исследовательские эти, кстати. Как будто бы... Перекопится сейчас. Ой, как перекопится... Так, генератор еще на форсаж сейчас включим. Ивенты. Лед против огня. Нарастающая радикализация. Постройте тюрьмы, чтобы применить способность района массовые аресты боевиков и снизить рвение фракции. Наместник. Растущее рвение некоторых групп нашего города вызывает тревогу. Подстрекатели нагнетают напряженность и подталкивают свои фракции к более радикальным и жестким действиям. Если у нас будет достаточно места в тюрьмах, стражи смогут превентивно арестовывать таких нарушителей. Короткое пребывание за решеткой охладит их пыл и отрезвит соратников. Подождите, а почему просто их не поддержать? Это рвение упадет. Немножко отношения с ними улучшатся. Да, присоединится 800 человек из лордов, но ничего страшного. Ничего страшного. Как будто бы, наверное, я могу быть неправ. Раз, два, три, раз, два. И вот здесь вот как-то еще три надо будет, да, сделать. Вот в этот район. Старый враг, буран, начнется через 80 недель. Потребность тепле резко возрастет во время бурана. Наместник, это было неизбежно. Сюда движется буран. Мягкая погода, на удивление, долго держалась в наших краях. Но теперь метеорологи дали точный прогноз. На большой высоте наблюдается характерное падение атмосферного давления. Сюда движется буран. От ветра сильно похолодает.
Облака закроют солнце. Без укрытия и достаточного запаса топлива наши граждане могут погибнуть. Мы должны подготовиться. Так, здесь у нас появилось 10 работяг. Мы теперь можем отправить сюда экспедицию. Всем hello, привет, Франклин. И 600 еще есть. Есть еще целых 600, и я не знаю... А, нужно строить исследовательский институт. 100 тепломарок. Дать какое-нибудь обещание на исследование. Лорды лучше относятся, уровень доверия вырос. Давайте посмотрим какое-нибудь обещание этим ребятам. Исследовать идеальных рабочих. Наша любимая тема. Примите особую роль матери, эти чевы тоже полюбят этот... Или отмените освобожденную молодежь. На самом деле, ну, доля рабочих слегка упадет. Давай исследуем идеальных рабочих пока что. Чтобы. Надо повышать настроение всех фракций в любом случае. Новый принцип труда. Супер радикальный. Они его потом будут просить принять, понятное дело. Идеальные рабочие в центре скандала. Исследовательский институт. Наместник стражи задержали исследователя, который пытался сжечь документы, связанные с проектом «Идеальные рабочие». «Мы зашли слишком далеко, слишком», — оправдывался он на допросе. «Результаты этих исследований нужно уничтожить и навеки забыть. Поверьте, это единственный правильный выход». Я помню, это вот... Блин, «Идеальные рабочие» — это реально просто альтернативное название работягам, вот этим вот, которые вот в холоде, у выживальщиков. Короче, я в демке это тоже использую, это одно и то же. Угу. Я просто вот этот ивент запомнил. Они называют исследователя психом и утверждают, что проект, который он хотел уничтожить, является важным для развития города. Продолжить и уволить несогласных. Отношения ухудшатся, мыслители, механики, авантюристы. Темпы исследований заметно упадет. Продолжить. И разрешить протесты. Напряженность незначительно вырастет. Темпы исследования все равно упадут. Исследование идеальных рабочих. Несогласный исследователь прав. Идеальный рабочий — это не то, что стоит изучать. Споры вокруг идей и разнообразие взглядов являются важной частью исследований. Можете потыкать. Мне интересно, что вы думаете. Прочитал твое мнение, есть ощущение, что первая была более атмосферной. Да, да, первая оказалась более атмосферной. В этом все же есть доля правды. Кто бунтует? Да все подряд. Там и мыслители, и механики, и авантюристы. У нас целых 3 фракции бунтуют. Мне кажется, можно продолжить и разрешить протесты. Я согласен, это не такой плохой вариант в целом. Как будто бы ничего такого прям плохого не произойдет. Слушайте, я еще очень хочу центр хранения топлива построить. Тепломарки нужны. Блин, 6 тепломарок. У кого собрать? Honorable Steward. Центр хранения топлива. Только на добывающие, да, работают. Так хочется вот здесь поставить его, да? Для этого надо прокопать. Давайте, ладно, подкопнем чуть-чуть. А то просто сейчас опять это будет. 448. Так, рабочие. Здесь уже все работают. Хорошо. Куда еще? И я хотел исследовательский институт еще один поставить. Да? Это важно. Серьезно, тут придется все равно всю карту раскапывать. Да хрен его знает, как тут это работает. Нет, по идее не придется. У нас не так много ресурсов. Здесь есть еще заброшенные руины. Я что-то их не видел. Надо будет идти за этими модулями обязательно тоже копнуть сюда.
Блин, на исследовательский институт так много денег ушло. Жесть. Так, исследуйте идеальных рабочих. Ну, это я делаю, да? Разделенные семьи. Наместник. Большая группа людей разбила лагерь у одного из КПП на входе в город. Они называют себя родственниками чужаков, которых мы впустили. Дочурка там совсем одна. Я помню, что кому-то это не понравилось, что мы впустим всех. Я очень ей нужна. Мы провели проверку, объяснили ей, что ее дочь, 15-летняя прачка, в безопасности живет хорошо, но мать не желает уходить. Смягчить закон. Правило впустить чужаков будет менее эффективно. Увеличивать долю активных рабочих. А мне, конечно же, активные рабочие нужны. Сохранить строгий отбор. Отношения улучшатся с авантюристами. Но у нас и так отношения с авантюристами сейчас прям хорошие. Давайте вам на вопрос. Да, один раз уже пускали. Ну, я думаю, что можно еще раз пустить. Не знаю. Думаешь посмотреть другой ответ? Что произойдет, если сохраним строгий выбор? Ну, как вариант, наверное. Мне нравится, что я вот во время этих выборов не могу смотреть, сколько, какое у меня отношение у какой фракции. Вот это бесит. Дочку впустили, она была трудяга, а мать не впустили, потому что она не ленивая. Ну, типа того, это так здесь работает, да, работяжий отбор. Ну чё, может попробуем? Давайте попробуем, да, ладно, чисто посмотреть, какие варианты произойдут. Ну, минусов рабочих сильно нету. А, так и нету, потому что я оставил эту штуку, естественно. Там максимум недовольства какое-нибудь появится. Так, 50 этих топлива. Не хватает 80 тепломарок, аж жрет топливо, да? Чё-то рабочих некуда пихать, да? Как-то. Я вот их сделал, а денег для них нету. Надо у кого-то тепломарки брать. 12 недель. Угу. У тебя собирать вообще ошибка, да и нельзя. У вас недавно собирали. Говно. Увеличить до 50 тысяч населения мне надо. Подождите, тут закон потихоньку идет. Заседание делегатов. Особая роль матери. Они очень хотели это принять. У нас нет этого закона на родительство пока что. Это немножко уменьшит работяг, которых у нас многовато сейчас, да. В целом, как будто бы что-то механикам пообещать. Латальщики рвень. Действие сообщества. Осудить. Численность сократится, осудить латальщиков. Исследовать подрывную угольную шахту. Нам это когда-нибудь пригодится. Увеличенная добыча угля. Или вентиляционную башню. У нас пока нет разрухи. Я могу это принять. Но интереснее будет набрать советы зрителей и посмотреть, что вы думаете. В принципе, голосов против здесь больше. Люди сомневаются. Прикинь, что случилось, пришел в новый Конг, бью босса, по итогу у меня в игре сломалась камера, перезапуск не помогает. А при этом Steam пишет, извините, неполадки какие-то. И уклонения сломались, по итогу психанул. Пошел у тебя финал игры смотреть. Странно. Ну, понятное дело, финальные этапы игры они чуть не успели доработать. Разработчики. Можно зрителей побольше сделать, чем 16. Зрителей не 16, зрителей 100. 16 это количество голосов в совете. Ребята, у нас 100 голосов, вас, ну, у вас 16%. Тут же еще там 16 авантюристов процентов, там 15. То есть я вас сделал как элитную группу. Можно сделать, можно все 100 сделать, но это звучит так себе. Это просто мешает, ну, типа, геймплею как бы. И стримера. Смысл играть, если 100? Вы можете повлиять.
Типа, не, я могу сделать, там, не знаю, 26 попробовать, например, нам в будущем. Я думаю, давайте так. Мы же по-любому сейчас еще будем играть, мы будем проходить разные миссии. Мы будем проходить разные миссии, и в разных миссиях у вас будет разная доля голосов. Как вам такая идея? Как, собственно, участие, у меня ничего не появляется. На экране должно появиться расширение. Специальные Twitch Extension. Наоборот, уменьшить до 10 надо. Во. Сделай один к одному. Один к одному кого? Типа зрителей и совета? Типа 50%? Можно будет в следующий раз так попробовать. 50% зрителей, 50% собственно жильцы города. Все, поехали. 70 голосов. Давайте, выбирайте. Особую роль матери. Хотите принять, не хотите? Выбор за вами. В целом, я бы принял. Ну, типа, я могу вас попросить принять этот закон, потому что у меня как раз рабочих много, а вот роста рост населения — это хорошо. Хоть каждый раз инструкцию делай, как пользоваться расширениями, да. Ну, понимаешь, кто не научился голосовать, тот не прошел отбор в совет. Итак, 43 голоса. Закон принят, пишет. Несмотря на то, что 50, потому что много голосов здесь. Подождите, а может быть, имеется в виду... Стоп. А может быть, если у вас там 60 голосов, у вас все-таки не процент все на... Не, наверное, процент. У вас, наверное, все-таки 16 голосов из 100. Но вот эти вот 60, они как-то в этот процент вливаются. Я не знаю, может быть, я неправильно понял, как это немножко работает. Ладно, в этот раз мы примем, но мы все еще тебе не доверяем. То есть здесь-то 50 написано. То есть мне интересно, у вас вот нужно большинство, 50 на самом деле, 54. А, ну может быть, кстати. Не знаю. Не, ну тут написано, что всегда именно 51 нужен. Вообще не дает голосовать, дает. Люди же голосуют, в смысле, не дает. Принято, да? Не сильно сократилось рабочее количество населения. В целом нормально. Так, хранение топлива, поехали. Делаем. 700 человек, как будто бы надо строить новую вот эту штуку. Или добыть модули. Не, с модулями пока как будто проблем нет. Да? Здесь у меня бесконечный источник этого, да? Ага. Надо будет вот тут вот как-то все это вместе построить. Короче, я хочу новый логистический район делать. Вот что я хочу. Чтобы отправлять работяг. 6 раз не дало голосовать. Ты смеешься, а рандомно выбирает людей походу. Кован, я откуда знаю? Не я же на этой штуке вишу. Ну люди же как-то приходят, как-то же голосуют, нажимают кнопку. Склад, я уже построил склад топлива, вот он. Есть еще, может быть, нужен склад материалов, не знаю. Я все каждый раз голосую, ну вот. Война знаний, обязательная школа. В обществе разгорают споры о содержании школьной программы. Некоторые считают, что мы должны сократить преподавание теоретических знаний в пользу навыков выживания. Мы забиваем головы детей цифрами, бесполезным мусором, возмутился разгневанный Зверолов. Пусть лучше на охоту ходят. Другие требуют обратного. Мы должны учить детей мыслить и искать новые решения, а не повторять устаревшие методы, заявил один из них. Право обязательная школа еще активнее ускоряет темпы исследований. А знаете что? Больше не ускоряет темпы исследований, увеличивает производство пищи. Давайте, детей нужно... Мы живем в суровом мире, детей к нему нужно готовить. Я сейчас за это, потому что у нас как раз с едой проблемы и будут всегда, скорее всего. Вышли из минус 13 в плюс 4. Кайф. И еще и латальщики вышли в нейтральный уровень.
Ясно, добро. Нет, наоборот, добавил просто новые. Ну, ОБЖ добавил на образование. Или как его там теперь называют? Так, 40 тепломарок ждем. Дальщики тебе немного верят. Да-да-да. Исследование идеальных рабочих, скорее всего, на повестку дня вылезет в любом случае, да? Ватальщики станут лучше к вам относиться. Исполните хотя бы один раз по обещанию 5 разным сообществам и фракциям за одно прохождение. Казенный пирог. Ачивку дали. Так, сколько мне нужно логистический район? 400 рабочей силы. Берем. Так, не могу новое исследование назначить, да? Плохо. Мендоксайна. Стюарт. Так, можно собрать средства у мыслителей. 137. Давайте мыслителей. Кому-нибудь что-нибудь пообещать? Давайте-ка вот лордов немножко. Дадим им какое-нибудь обещание сейчас. Исследуйте обязательные браки, исследуйте верная молодежь, исследуйте, отмените освобожденную молодежь. Давайте исследуем обязательные браки, ничего страшного в этом нет. Нормальное исследование, которое... Так, общественное воспитание... Это вот отношения, да? Рост населения растет. Ну, вообще нет, ужасное решение. Обязательные браки — это отвратительно просто. Но в нашей ситуации нормально. Принуждение к бракам, принуждение к рождаемости. Просто ужасно. Так, а я сюда уже не успею, да, никак? Я потому что в сторону тепла вкачался. Угу. Здесь надо будет новую строить. Там реально есть принуждение к рождению детей. Там дальше будет этот закон, я помню его. 385 модулей скоро надо будет строить. Так, работяги сейчас вернутся в город. Да? Че, может быть, построим хранилище материалов? Тоже здесь. Сейчас на рабочих уменьшит. Материалы тоже жестко копятся. Так, смотрим, чего нашли выживальщики эти. Обычное стадо плюс пища. Аванпост сможет повысить наши запасы. И беспилотный дирижабль, из которого можно забрать немножко ядер, которые мне пока не нужны. Между снежных сугробов разбросаны обломки дирижабля. Ага. Половина его кабины торчит из центра места крушения. Осмотрев ее, разведчики не нашли ни пилота, ни жилого отсека. Они не смогли прочитать иностранные надписи на медных пластинах. Итак, я здесь могу полностью решить проблему с едой на определенное время. Морозные поселенцы. Как будто бы работяги, это хорошо. Возможные находки. Ядра поселенцы. Ледник опасный. Ядра поселенцы. Давай, равнины. В каких настройках графики играешь? Чтоб FPS максимальные. Иногда проседают, в основном при автосейве. 120, но, кстати, DLSS... А, генерация кадров выключена. Высоко, высоко. А, ну, кстати, не максимальные, высокие. Есть, наверное, лучше еще. Ну, типа.
Повестка дня. Радикальный закон на повесточке. Рядовые граждане сочтут возмутительным законопроект, стоящий на повестке дня. Его будет труднее принять, чем другие законы. При вступлении в силу он радикализует не только фракцию противников, но и сторонников. Я все еще не могу это принять. Смотрите-ка. Против 52. То есть, разве что я кого-то из механиков уговорю проголосовать, и только тогда мы сможем. Все районы издания потребность в тепле упадет, и эффективность производства увеличится. Но я не готов сейчас к этим радикальным мерам. Не, 67 не надо будет, это 51. Это обычный закон, это не сложный закон, это обычный. Смотрите, я не обещал это принять. Возможно, вы зарешаете как-то. Я не знаю, если захотите принять этот закон. Напоминаю, это закон, который делает рабочих... отбор рабочих делает. Это решительный шаг к адаптации. В нашем суровом мире нет места слабым. Так, а что вы не участвуете? Неужели сломалось? Мы будем использовать только самых сильных и выносливых рабочих, стараясь полностью раскрыть их потенциал. Connect my game. Разрешить. Набрать советы зрителей. Давайте. Пробуйте. Есть, отлично. Блин, время уже 5 часов, как тут день вообще пролетел. Какие минусы у идеальных рабочих? Это радикальный закон, это его главный минус. Это там отношения ухудшает, там другие ребята будут пытаться свергнуть этот закон, отменить и так далее, и так далее. Но мне кажется, у нас все равно непринятие будет в зависимости от, потому что ну, против-то 52%. Я не думаю, что ваши голоса как-то смогут здесь зарешать, но вы пробуйте. Управляемое голосование я еще не принял. А надо будет. Волонтир нажал, а голосовать не дает. Голосовать, потому что сейчас только надо. Яндекс умел субтитры на стримах. Я помню, у нас был чатер с глухой, который субтитрами смотрел, только не знаю. Пипек, не знаю. Идеала не существует. Ну, смотрим. Ну, скорее всего, не смогут принять, потому что там 52 работяги в этом были против, да? 39, закон отклонен. Как бы вы сильно не пытались. То есть ваши 40 голосов, это все-таки... Ну, это все-таки доля. Я думаю, это доля. Вот писалось бы здесь, доля голосов составила 16, да, там? Из них 16 за. Или там 12 за, 4 против из зрителей. Вот неправильно пишут вот эти вот штуки. Но окей. Не принято и не принято. Даже мне проблемы. Даже мне проблемы. Так, 15 морозных отрядов появилось новых, да? 15. Безопасная проходка и забрать ядра. Если бы, кстати, 20 хотя бы была доля чата. Уже бы, наверное, можно было бы принять этот радикальный закон чатом. Хз, хз. Как бы это сработало. Так, а я все еще на форсаже сижу, да? Давайте уже выключим его. Минус 125 угля внезапно. Там скоро буря. Эти не работают. А, чуть-чуть работают. Только чуть-чуть.
домов ровное жилье. Ровное. Смешно. За все 16, а не за долю идет война чатерсов. Не думаю. Наоборот, маленькую, чтобы не обузить. Приходилось бы с фракциями. Наоборот, нужно маленькую, чтобы не обузить. А с фракциями договориться. Да, 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 я согласен. Имел в виду попробовать в настройках интеграции выставить 16 там и там. Тогда голос одному зрителю. Просто голосует, кто успел. Ну... Это интересно, наверное. Все запомнят мое имя. Заберу, спасибо за ресапчик. Давайте попробуем. Интересно. Как... Мэр, ну, та... ну, просто хочется, чтобы много участвовало. Пожалуйста. А еще вилы. Ну, 20 могу только. Может быть, сработает. Спасибо, Берус, за ресапчик. Спасибо, спасибо, чатик любви поспамить. Спасибо, щем. Дать обещание принять повестку. Мне очень нравится эта фракция, я бы их еще поддержал. Отношения еще чуть-чуть улучшаются. Кайф. Настроение падает из-за чрезвычайных смен. Блин, ну серьезно, у меня. А где у меня? У меня на еде чрезвычайные смены. Жизнь здесь 60 тепла живет. Здесь 20. Так не, у меня нету запасов еды. Не, как будто бы глупо. Я, кстати, периодически пробел все равно жму. Хотя и не могу. Так, надо... А, я не могу ледорубов поставить, да? Здесь вот ледорубов надо бахнуть. Лорды, требования выполнены. Станут лучше к вам относиться. Может быть, какое-то свое что-то изучить, да? Например, он уже работать на нефти, угле или паре. Регулируй... А, вот, кстати, есть регулируемые насосы. А есть только на нефти. Больше никто не разделяет эту идею. Авантюристы согласны с этой идеей. А у этих своя какая-то идея, походу. У этой группы нет решения. Ну и тупые, потому что мыслители и бароны. У меня на карте пар. Мне надо работать на всем. Но лишают возможности использовать другие виды топлива. Ну как кто вообще будет это принимать? Просто, вот скажите мне. Сжигание нефти еще и увеличивает разруху. Это же жуть просто. Нефть очень много тепла дает. Да так ее найти надо. Топливо, пища, материалы. А здесь усиление морозных земель, здесь усиление пищи тоже в том числе. Да, конечно, его не стоит разруха. Но мы не пробовали жить на одном только топливе. Блин, опять же, прикол. Вот как я должен брать топливо? Как, если здесь на карте 80 миллионов газа? А топливо только здесь 167 тысяч нефти. Ледник. Кстати, карта конечная. Конечно, видимо, да. Колонию я не нашел. Колония... Так, ну, в смысле, ну... Не, подожди.
Так это и есть колония. Ее скорее... А, не, ее нельзя улучшить. Это просто цельные ямы. Колония у меня вот здесь. Вот целый угледобывающий комплекс. Абсолютно безумная колония. То есть я могу просто выиграть, построив вот это. Ну, практически мгновенно. Забег считается победным, как только у тебя есть угольная колония. Я так считаю. Хороший ты мужик, Серега. Спасибо, вампир, за 100 рублей. Спасибо. Я знаю. Отличный акцент. Спасибо, приятно. Как в компании? Да понятно. Заседание делегатов. 48 против, 41 сомневается. Отношения, обязательные браки. Ну, ребята, договариваться с кем, ни с кем не хочу. Решайте вопрос. Я же сократил до 20. Видимо, не принялось. Тут, конечно, доля сомневающихся очень высокая. Подожди, ну, а как? У нас же не 101, не 101 человек получается. 62? А, ровно, то есть 100, вернее, не 101, у нас 116 человек. Типа. Интересно. То есть эти чуваки все равно не теряют свой вес в голосовании. Государство лезет в трусы, пиши пропало. Ну давайте, 50 человек. Голосуем с улицы, да. Возле генератора оргии устраиваете. Знаю я вас, чат. А. Понял. Короче, окей. То есть, все-таки сработало. Ага, вот теперь рандомное, наверное, выбирает. Либо кто первым успел, но, скорее всего, рандом. А, прикольно. Ну и что, с обязательными браками? 47. Закон отклонен. Большинство проголосов... А вы могли за проголосовать. Так как будто бы интереснее, не? Как будто бы интереснее, когда меньше дает проголосовать. 17 голосов. Ну, могли принять. Вы знаете их в лицо, вы знаете. Давай-ка дать какое-нибудь обещание. Исследовать общественное воспитание. Отменить особую роль матери. Исследовать тюрьму когнитивной коррекции. Что это вообще такое? Ну, давайте попробуем. Крупный жилой район. Они, по крайней мере, ее не заставят построить. Патрульная башня. Тюрьма, наверное, правда, 100 марок будет стоить. Да... Ну, короче, полный бред выходить в чисто топливо. Нас стало больше на 1300. Кайф. Ну, то есть не кайф, потому что работяг этих домов стало меньше. Нужны дома. Для этого нужны деньги. Кто мне предоставит деньги? Походу, вы. Плюс 10 жилья еще. Блин, отстойно надо здесь так сделать сейчас. Этот кусочек. Как-то я неудобно ледорубами здесь побурил, походу. Так, этот по-любому нужен район.
нас тут тепло. А, все еще товаров с товарами проблемы. Ну, кто бы сомневался. It's okay. It's okay. 40 типа марок на этот, да? Мне сейчас еще район на пятерых продлевать. Ну и что здесь? Энни Эванс, недавно прибывшая прачка, стирает майку, погрузившись в мысли. Я скучаю по ней. Ступай, сказала она, я пойду подойду позже. Меня сочли полезной, лишь потому что я молодая и здоровая, и не отморозила напрочь руку, обеспечивая семью. Здесь жить куда приятнее, чем снаружи, но я скучаю по ней. Моя надежда угасает с каждым днем. Вижу ли я тебя снова, мама? Вы отказались смягчить правила, впустить трудолюбивых чужаков, чтобы вместо всех членов семьи пропускали вместе. Пу-пу-пи-пу-пу-пи-пу. Так вот. Хм, всего 5 морозных отрядов, чтобы собирать до хрена пищи. Ну, кстати, 29 тысяч это не так уж и много. А давайте. Где я? Предназначение матери, особая роль матери. Ага, я помню, она там F. Я помню, что мы выбирали закон для поддержки семьи, а не увлечений. Отношения значительно улучшаются и ухудшаются с лордами и ватальщиками, с мыслителями и авантюристами. Давайте вернуть рукопись. Матери могут тратить время на такие занятия, раз уж к этому лежит душа. Автоматоны есть? Их как бы нельзя строить, но они есть в сюжете. Ты типа там их иногда находишь, и если получается их активировать, они дают тебе кучу рабочей силы. А стример точно свою цель в 50к человек играет или так просто в развитие? Цель в 50к человек ты выполнишь тогда, когда у тебя все будет идеально, а все остальное не важно. Привет, народ. Кто столкнулся с тем, что управление, если изменить, оно потом не работает? Кто знает, как исправить? Блин, не менял ничего. Да, один автоматон здесь, это 400 рабочей силы. Что ж, давай вернуть рукопись. Я помню, там еще чел очень порадовался тому, что у его жены эту рукопись сожгли. Сейчас надо расширять этот район. По 7 недель. Что-то марок ни хрена новых не дают. Надо бы кому-нибудь повестку выдать. Наверное. Так, давайте, раз вас 20, то мы вам и 20 этих дадим. Все, чуть-чуть увеличим все-таки. Долю в совете, потому что такие радикальные законы, если захотите, можно будет принимать. Чутка сократилось население, что ли? Почему мне так хватает? Забавно, если снизить всего на 4 человека жилой район, потребность в тепле становится аж почти нулевой. Поэтому здесь вот это вот распределение людей в жилых районах как будто бы очень даже может решать, да, очень такое важное. Надо добывающий район строить, но типа марок нету. Блин, ну, авантюристы, вы моя единственная надежда. Не хотите мне типа марок дать? Сколько район добывающий стоит? 40. Okay. Так, работяги выполнили свою роль, да? Беспилотный дирижабль. Ага. Это уже второй. Забрать ядра. Сгоревшая мастерская. Отметить большой источник топлива. На фоне белого снега чернеют обугленные останки. Этот пригар мог быть вызван только горящей нефтью. Смотрев следы на слегу, разведчики определили, что на протяжении многих лет до пожара здесь часто проезжал транспорт. Большинство следов ведут в одном и том же направлении. В каком еще раз? Не вижу. А, вон там что? Нет, это просто ядра.
Лагерь изобретателей. Пригласить их 1600 мыслителей. Чем больше людей, тем больше людей. Это потомки членов экспедиции, пытавшихся выяснить причину возникновения в юге. Чтобы кое-как выжить, они оригинально изменили структуру своего общества. Откажившись от семейных связей, они рассматривают каждого отдельного человека как ресурс. Правда, мыслители. Лагерь со стенами. Просто 2000 населения. Над стенами этого лагеря, укрывающими от ветра постоянно, струится дым из печи. Бродяги уходят далеко от лагеря на охоту и поиски пропитания, но всегда приносят достаточно пищи, чтобы накормить семьи. Впрочем, они слышали, что здесь нет места, что нет места безопаснее, чем город. Ну, кстати, здесь уголь-то заканчивается. 23 тысячи всего осталось. Основать поселение я не смогу. Плюс два ядра. Механизм из хлама. Ржавые останки механизма, прислоненные к утесу. Проследить, откуда заброшенное место сбор. Большая группа фургонов остановилась здесь несколько недель. По крайней мере, об этом говорят. Так, судя по глубине колеи, фургоны под завязку нагрузили тяжелыми материалами. Они оставили после себя лишь несколько безымянных могил рядом со слепленной из снега часовней в честь какого-то идола. Десять челов и... А где еще один восклицательный знак? Я же три разных инфы нашел. Немного странно, если честно. Давай отправить сюда экспедицию, а здесь забрать ядра. На карте стрелки? Где? Почему я не вижу? А, вот эти, вот она, стрелка показывает. То есть она не показывает точное местоположение района, видимо, да? Вот это показывает стрелкой. Окей. Забавно. Да, скоро закончится. При таких темпах. Надо модули добывать в любом случае, да, сейчас. А, люди прибыли, да? Капец, они быстро. Тепло, но разруха. Хотим мы теплую разруху? Нет. Хотя это временно. Все еще минус 20 домов. Авантюристы расширяют охват митингов. А вот теперь хочу выделять тепломарки. Теплаш. Тепломарочки. Слушай, давайте кому-нибудь повестку дадим. Летальщикам, например. Принять повестку. Давайте. Я ничего не хочу принимать. Они хотят принять идеальных рабочих. 53, 20, 27 сомневаются, 20 за. Опять же, это практически ваш выбор. Они так и будут просить идеальных рабочих выполнить. Чтобы их выделять, надо закрыть спрос товаров же. А я вроде закрыл уже спрос товаров, по-моему, в самом начале, не помню. Как будто бы я это сделал. Так, вы пока голосуете, вернее, пока пытаетесь поучаствовать в голосовании, я пойду еще на YouTube один видосик по Фростпанку выложу. Допустим, в 20.00. Не, 19. Пока что вот смотрите, вот у нас другие названия у нас другие названия у фракций, но у них абсолютно те же самые эти принципы, что и в сюжете.
Абсолютно те же самые законы. Ой. Возвращение в Винтерхолм. О. Да, возвращение в Винтерхолм. Так что ничего особо и не меняется. Интересно, будут ли здесь такие аванпосты, вернее, не аванпосты, а вот как был вот этот вот поезд. Не поезд, а дредноут. Можно ли здесь дополнительные поселения, вот так вот. Можно ли здесь застроить дополнительные поселения в бесконечном режиме? Ограниченное число участников? Да, мы уменьшили количество участников, чтобы каждый ваш голос имел больше веса. Чтобы мы прям видели, чей голос повлиял на это голосование. Итак, за идеальных рабочих. Очень мало. 20. 34. Отклонили. Четверо против. Пипега, Лена, Дэнли Фаер, Тарухан. Ну и 13 за. Ну 13 за не хватило. Стримеры нужны эти идеальные рабочие? Да, они в целом хорошая штука, хоть это и радикальный закон. Плохого в нем явно ничего нету. У меня минус 20 домов из-за вновь пришедших людей, да? Блин, домов здесь будет нужно очень много. Дома стоят 40 тепломарок, 200 модулей, между прочим. Блин, жаль, вот здесь вот не смогу, да, если расширить. Так вот расширить, а потом новый район поставить. Как будто бы хороший план. Раз, два, три. Три, да, скорее всего. Блин, можно с авантюристов собрать средства. Но! Минус ми... Если они завершат митинг, когда у них ухудшатся отношения... Пускай красные отношения здесь будут. О, закончились модули. Мы их собираем. Мать писательница дописала роман «Особая роль матери». Наместник Вирджиния Стивен, чью рукопись вы недавно вернули, дописала свой роман «Визжащие песни незримых голосов». Книга объемом почти в 1000 страниц нафарширована странными метафорами и туманными отсылками. Среди читателей разгорелись жалкие споры о смысле романа. Впрочем, мы все согласны с тем, что он исполнен паранойи, боли и ненависти. Она посвятила эту книгу вам. Потому что ее заставили с мужиком жить, которого она не любит. Но... Так, у меня 10 этих еще есть отрядов. Да, ну вы. Ну ладно. Зато мы посмотрели, в чем прикол этой истории. О, материалы заканчиваются. Всего 88 недель осталось. Beware the frostbite, keep your face and ears covered. Опа, минус 180 уголь. Все, эта шахта закончилась. Отсюда-то 10 человек у нас и получилось. Нет доступа к залежам ресурсов. Но вы можете 10 человек попривозить мне топливо. Я думаю, я все равно здесь исследую... Второй вид генератора. Потому что, ну, это глупо выходить не в него, когда у тебя есть паровые залежи. Ну, серьезно. То есть тут чисто от локации, от миссии зависит. Мы потом еще, знаете что? Перед тем, как начинать вторую вот эту миссию сайдовую, да?
Я попробую, знаете, что сделать? Я начать первую и посмотреть. Мыслители, требования выполнены. Ага. Окей. Дать какое-нибудь обещание. Давайте что-нибудь исследуем, если хотите. Исследуйте верную молодежь. Примите обязательные браки. Исследуйте все, проводят техобслуживание. О, звучит полезно. Для инфраструктуры города. Ой, хорошая штука. Они наконец-то какие-то умные вещи начали предлагать. Найс. Так, 200 модулей все еще нету, да? 15 домов. Да, вот уголь и закончился этот, да? Вот, мы потом начнем заново и посмотрим, зарандомятся ли здесь ресурсы. Потому что это интересно. Там было точно сказано, что морозные земли рандомятся. И мне просто ультра-гига повезло найти угледобывающий комплекс просто рядом с городом. Я говорю, сейчас просто, смотрите, сломать какие-то здания, вложиться вот в эту историю, вот в эту вот историю, построить поселение, и мы выиграем. Вот сюжеты они самые полезные предлагали. Ну, в целом. Местами, местами. Сколько у меня добыча? 18,5, понял. Блин, вот преступность бы как-то уменьшить. Типа, окей, товаров у нас немного. Мы делаем. Но преступность уменьшить бы хотелось, да, как-то. Что у меня здесь что-то новое? А, ну, патрульная башня, кстати. Одна. 280-40. Нормальная тема. Ха. Но вначале все дома. Так, жилой район. Раз, два, три. Раз, два. Три. Привет, Аста. Здравствуй. То, что генератор на всем работает, они это и предлагают. Да, и они же пойдут в морозные земли. Но я думаю, может быть, после общего вот этого генератора я попробую все-таки другое решение принять, чтобы вот бесконечные ресурсы добывать. Не знаю. Сработает это, не сработает. Как тебе Stardew на игровороте? А я не смотрел, мне некогда было, Аста. Я же сам стримлю Frostpunk по 12 часов. К сожалению. Ну, не к сожалению, просто некогда было, да. Я очень многие такие ивенты пропускаю, просто потому что, ну, нету времени на это. Давайте одну патрульную башню, и все, и минус преступности, норм. Хотя бы люди умирать перестанут, да, а то как будто бы численность населения заметно растет общая. А, это из-за этого, да, и дефицит товаров. Сама идея прикольная. Вот отсюда с горы смотреть удобнее всего, видно весь город. Но ничего не слышно. Шум домов, заводов. Еды осталось всего на 243 недели. И на 208. И все, она просто резко закончится. То есть надо уходить в улучшение генератора сейчас. Повесточку. Я не против. Новый принцип труда, идеальный рабочий. Да когда ж вы поймете, что никто не примет идеальных рабочих? Ладно, хорошо. Готовы к переговорам? Давайте. 33 человека делегатов. В основном сомневаются. В основном против. Точно против. Не желают договариваться. На самом деле здесь надо договориться аж с двумя командами, потому что закон иначе не будет принят. Первое, это вот эти ребята. О, эффективность морозных отрядов, автоматический логистический центр. Это я могу сделать. Уже 47 против, но сомневаются 27. И теперь договариваться типа с мыслителями еще. Осудить латальщиков. Их численность сократится, и они рискуют потерять места в совете.
Уф, отменить закон погребений. Ну давайте примем, короче, так веселее. Чё, блин, постоянно этот закон закидывать и не принимать, правильно, как лохи. Ваши голоса уже здесь, скорее всего, не решат ничего, потому что 50 за. 40 против. Летальщики сейчас будут очень довольны. Латальщики. Почему латальщики? Кого они латают? Давайте, 20 голосов, ребята, давайте. Голосуем. Голосуем. Второй хейтер с нами будет? Ну, к релизу. Летальщиков не надо осуждать. Почему не надо? Сейчас будем. Так, 4 против, 13 за. Итого, идеальные рабочие приняты, да? Блин, вот вроде 13 за, но все равно 7 голосов было. Здесь все равно общее количество голосов 100. В любом случае, даже если я вам вот так вот даю. Исследуйте автоматически. Так, ну, придется осудить. Мыслители станут лучше к вам относиться. 68 человек уходит, но у них тут этот... Я потом нажму обратно поддержать. Ну, потом, через какое-то время, чтобы рвение упало. Потому что рвение — это неприятная штука. Ну, этих челов. Латальщики, требования выполнено. Угу. Так, морозные земли, логистические центры. Давайте, эффективные, крутые логистические центры, это хорошо. Забываешь, что сначала показывает прошлое. Да, забываю. 120 материалов у нас, конечно, полно. Преступность от одной башни, кстати, не сильно-то упала. Я же ее построил уже. Да, есть уже вот в этом районе. Высотный жилой район. Что тут происходит? Макс Хоркхаймер сидит, вставив дуло пистолета в рот. Осуждаем. Им нужны мои мозги, гнусные, извращенные мозги, породившие столь любимые мерзости. Мы просто паразиты. Мы должны передать результаты этих проклятых исследований огню, предать. Возможно, спалить весь инструмент дотла. Институт, инструмент. Я не допущу повторения этого издевательства. Раз им так нужны мои мозги, пусть соскребают их со стен. Сегодня я искуплю свои грехи, а потом наступит час, и они поплатятся за свой экстремальный проект, подрывает моральный дух исследователей. Жаль этих работяг. 9 дней теперь будут исследовать центры. Долго довольно-таки. Я могу как-то посмотреть на скорость исследования? Нет, здесь нет такой характеристики. Хотелось бы. Может быть, если навестись на институт, нужно больше рабочей силы. Нет, не нужно. А, смотрите-ка, преступность-то отступила из-за отряда стражи. Так что можно на минус 57 товарах сидеть спокойно. Главное, одну башенку построить. И одна башенка стоит 280 и 40. А один завод стоит 600, 40, 100. Еще будет материалы жрать, тепло и так далее. Вот так-то. Так, у нас скоро этот буран, кстати. 20 работяг свободных. Потенциальные ресурсы. Можно основать здесь колонию. Да. В игре можно строить колонии в бесконечном режиме. И здесь есть плодородная бесконечная почва и бесконечный замерзший лес. Вот теперь все стало ясно. Нужно 400 модулей, тропа, ведущая к городу. Одно ядро построится за 15, и это будет сырьевая колония. Когда здесь было много построек. Они тоже на газе работают. Похоже, со временем их трансформировали в передвижные фургоны, и потом все они разом отправились в путь. Ушедшие оставили после себя столько материала, что городу их хватит на века. Вот теперь есть смысл выходить в бесконечные ресурсы. И это прикольно. Это прикольно. Я вообще могу вот здесь вот строить? Да, могу.
Тут, кстати, довольно легко она идет строиться. А, нет, не так легко, как хотелось бы. А, потому что денег не хватит. Ну, за три штуки можно построить хорошее. Не подвесная, правда. Ну. Надо города заселять и обмениваться. Потом мощные заводы открываются. Например, заводы по добыче нефти дают по 750, а их можно два поставить. Ну вот да, да. С бесконечными ресурсами, конечно, вот такие колонии гораздо круче. Ну ладно, не гораздо круче. Все еще проще основать поселение имбовое. Все еще проще основать имбовое поселение, да? Так, у нас 20 чуваков есть. Можно на смертельный. Многие разведчики погибнут. Это просто минусанет мне человек, по идее, если я правильно понимаю. Возможно, находки. Люди ядра. Может быть, снизу лучше идти? Ну, здесь тоже опасные какие-то эти. Ну, просто равнины. Те, что по идеологии латальщиков и пилигримов, какая-то имба. Ну, пока что да, пилигримы с латальщиками все равно выглядят гораздо сильнее, потому что вот эти вот бесконечные аванпосты сильнее выглядят. Но второй путь позволяет строить крутые города. Ну, вот это уже интереснее для в бесконечном режиме, чем в сюжете. Потому что сюжет один раз, а здесь вот такие вот прикольные можно штуки делать, да? Ну что... Что я обещал? Автоматический логистический центр. И все? Если на макс сложности курорт с санаториями в Сим-Сити. Ну так здесь пока видишь, здесь пока нет курорта. Да, у меня, конечно, есть некоторый избыток, но сейчас и буря ударит, и холода все сильнее и сильнее начнут появляться. Следующее исследование я точно качаю отопление. Но мы будем все-таки генератор на регулируемых насосов через латальщиков. На нефти, угле или паре. Блин, ну так, тогда я, наверное, не смогу выйти в без... Или смогу? Может быть, мне в этот раз дадут выбор? То есть я помню, что в сюжете... От выбора вот этой штуки, да, от выбора вот этой штуки, зависело то, пойдем ли мы вот в дополнительные поселения. А здесь что? А, логистические центры. Дополнительные поселения или в бесконечный ресурс. Может быть, в этот раз будет там от клятвы. Ну да, ну... Здесь-то клятву не просят. Так что, наверное, сможем и так попробуем. Все равно пойти. Ну просто у меня здесь без газ. Он, кстати, не бесконечный, он 80 миллионов. Но он почти бесконечный. 80 миллионов это очень много газа. Хватит ли еды? Во время бурана? Не особо. У меня сейчас вот пока мне вот эти вот приносят деньги, да? Лагерь у костра, кольцо бараков. Возведенных вокруг постоянно пылающего костра. Эти люди вынуждены трудиться почти без передышки. Просто чтобы выжить. Они тотчас оживили, увидев наших разведчиков. И рассказали, что мечтают о более высоких материях в жизни, чем поиски пищи и древесины. Пустить... Опа! Скот! Вот она, запасы еды. На зиму. 25 тысяч. Затонувшая деревня. Подо льдом застыла деревенька, ее застывшие жители взирают на нас из глубины. Похоже, они использовали воду из горячего источника на холме, чтобы создать небольшое озеро с плотиной из толстого снега. Из-за диверсии или неожиданного потепления плотина рухнула, и вода затопила деревню. Часть животных из деревенского стада успела убежать выше и вмерзла в лед лишь ногами. Мы можем разделать скот прямо на месте и отправить мясо в город. В город-город. Блин, мне кажется, его все-таки можно было как-то назвать. Пригласить людей. У меня ровно 0 рабочей... А, не, у меня 1000 рабочей силы. 0 у меня это. 1400. Слушайте, мы можем вот здесь построить еще один... Еще одну добывалку еды.
Тогда проблем будет меньше. А еще у меня не хватает жилья, потому что недавно опять был рост населения, да? Так, давайте думать. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Чтобы вот эти три соприкасались с вот этими тремя. А дальше вот здесь делаем так, чтобы не приходилось трогать... Когда здесь будет добытчик, чтобы он не трогал неглубокие слои пищи. Чё там вообще? Что это такое? Неглубокий слой плодородной почвы. А. Как мы, типа, мы его из... А как можно вообще исчерпать слой плодородной почвы? Ладно. Вопрос остается открытым. Ой, у нас какая-то повестка. Обязанности по содержанию все проводят техобслуживание. Это хорошая штука. Давайте попробуем с кем-нибудь договориться. Например, с мыслителями. За то, что мы исследуем университетскую клинику. Не уверен. Очень легко, легко. Ладно. Но это же почва. Я думал, они там растят что-то. Водородность падает. Так, давайте, советы зрителей в любом случае участвуют, да? Карательная тюрьма, задание. Требуется исследование, не строить, да? Обучение семейному делу. Доля активных рабочих слегка растет. Подожди, это они предлагают снова вернуть, да, этот закон. Фуму-фуму. Блин, ну как будто бы хочется. Это хорошая штука. Это реально хорошая штука, но что-то пока не знаю, что именно. Исследовать и провести голосование. Давайте исследуем университетскую клинику, попробуем. 47, я думаю, мне хватит. Голосов 37 человек. Голосуйте, 20 из этих 37. Кому повезло, тому повезло. Но я думаю, что здесь как минимум сомневающиеся помогут. Блин, ну конечно, когда маленькая доля, вам тяжело решить судьбу. Может быть, разрабы не просто так 40 выставили, да? 12 за, 8 против. А, нет, это старое. 4 против, 11 за. Закон принят. Никсон, Хэппи Эпик, Кватрум Диси и Тартарашкин. Я знаю, ты всегда голосуешь против. Заметно голосовал за. Митинги сворачиваются. Ваши отношения с фракцией авантюристы ухудшились. Они больше вас не поддерживают настолько, чтобы выступать в вашу пользу. Лучше бы это не выполняли, да? Потеряли немножко рабочего населения. Не, подождите, а митинги все равно... А, они еще не свернулись полностью. Сейчас работяг меньше станет, по идее. Из-за митингов. Не знаю. Так, мы содержали слово механиком. Пора улучшать генератор. Мы будем работать на всех видах всего. На всех видах топлива. Подслушивая через дверь, прачка, меня больше никуда не зовут. Мы собирались вчетвером через воскресенье, сухарики, вино и сплетни, идеальный отдых. А теперь они со мной даже не общаются. Публично осужденные латальщики подвергаются остракизму со стороны горожан. А, это я помню такое. Это из-за меня, да. У нас уже было такое решение один раз в этом тоже. Так, а район нужен жилой. Нужен еще один жилой район. Раз... Два, три, раз, два. Почему рядом же... А, рядом с жилым районом всего лишь два здесь, да, получается? Вот так вот, да? И с генератором, и с жилым районом. И вот здесь можно будет какую-нибудь теплоштуку построить. В бан неугодных. В бан. В жбан.
Нефть, конечно, копится сейчас хорошо. Сколько будет стоить этот крутое улучшение генератора? 200 работяг, 200 марок и 100 модулей. Фигня, 200 марок наберем как-нибудь. Ребята мне через 10 недель средства принесут, например. Так, а давайте... Слушайте, а давайте мы поддержим этих, чтобы у них не росло вот это вот рвение, чтобы у них упало. И вот этих ребят тоже поддержим. Может быть, митинги не свернутся? Слушайте. Там, конечно, было написано, митинги сворачиваются. Но я успел вернуть отношение к благосклонности. Может быть, они останутся, ребята. Ну давайте, че вы тут? Типа, вы же не сильно обиделись, да? Так, вообще-то я собирался строить еще продовольственный район, да? Раз, два, три. Четыре геотермальное поле рядом с другим пищевым районом. Все, вот так вот живем. По КД со всех собираешь марки или только супер лояльных? В основном стараюсь только сильно лояльных. Хотя вот сейчас с этих соберу. О, спасательная операция, 500 населения для поиска спасательных и выживших. Прикольно. А эти финансируют наемников. Фига себе, эффективность стражи выросла аж в два раза. Прикольно. 500 людей тоже хорошая тема. Ну, что, 65? Что-то много. А, мороз. А, ну да, лачушки. Гребаные лачушки, да. Здесь заканчивается ресурс, здесь заканчивается ресурс. Здесь скоро на форсаже будем сидеть. Че еще дома строим? 200 модулей. У меня, в принципе, уже население, охренеть сколько. Ну, у меня и задание создать метрополию, так что хорошо, что оно растет потихоньку, да. Где-то еще, если исследовательские институты поставить. Блин, дорого, не? 400-150. Мне сейчас копить... Мне надо копить тепломарки на генератор. И, наверное, потом начинать добывать, да... А, я вообще могу начать это добывать? Да, но недостаточно ячеек для завершения района, понял. Значит, у меня этот район здесь будет. Подождите, а может быть вначале вот этот вот как бы добывать? Здесь-то все-таки побольше места и крутой тоже промышленный район стоит здесь. То есть смотрите-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, например. Чтобы тепло было в районах. Да, вот сюда правильней. Хрень, сколько населения? В скобочках 25 от цели. Ну так мы и только начали. У нас что, у нас 80 недель прошло. Ладно, мы 200 недель уже живем, кстати. Мне нравится, как преступность отсутствует, несмотря на огромное количество недостаток товаров. Этот район, конечно, здесь очень интересно у меня получилось построить. А, ребята, давайте отменим чрезвычайные смены. Уже, блин, сколько мы их используем, да? На этом производстве. Чрезвычайная смена отменена, и продовольственный район. Ага. Строим еще один. Скоро модули совсем закончатся. Я не знаю, где их брать. А, ну создавать. Раз, два, три. Раз, два.
И... Ага. Тут не считается, что этот район рядом с этим. Несмотря на то, что этот его окружает, да? Сюда можно будет расшириться. Ну что там еще район будет? Я не знаю. Закон какой-то. Может быть, примем что-то полезное? Чат, что хотите? Пищевые добавки хотите? Опилки? Эффективность производства пищи растет. Заболеваемость незначительно падает. Незначительно растет. Химические добавки. Ну, опилки. Что еще? Товары первой необходимости. А, мы их так и не приняли. Платные основные товары. Да. Кстати, очень красивые здесь картинки. Я как-то на них никогда не обращаю внимания. Специальный карантин. Борьба с заражением. Да. Общество. Нерегулируемые отношения. Здесь есть обязательные браки. Но это такой довольно радикальный. Его что-то никто не любит. Всегда есть стражи-силовики, можно попробовать. Ой, вернее, управляемое голосование. Но меня все не настолько сильно любят, чтобы это принимать. Все. Химические добавки. Поехали. Поддерживают авантюристы и механики. Одобряем. Договориться с кем-нибудь. Лорды могут принять этот закон. Построить патрульную башню. Да я всегда только за. Действие принять повестку лордов. Тоже нормально. Чем строить, у меня сейчас ресурсов нету. Ладно, тут стопроцентная поддержка закона. Вы вас не спрашивают, простите, чат. Простите. Химические добавки есть. Опилочки. Опилочки. Плюс опилковые. Так, что, логистика? А меня просили эту построить? Вроде нет. Минус в карму. Тиран на наместнике. Генератор. Опа, буран. Начинается, да? Минус 1130. Угля. Плюс 79 еды и плюс 230 материалов. По материалам все-таки излишки, да? Так. Центр. 200 рабочей силы. И все? Мне только этого не хватает? Строим регулируемые насосы. Что здесь... В водном жилом районе. Ага, так, материал. 1000 угля. Блин, ну это что-то прям. Ну ладно, мы сейчас начнем нефтью топиться. И форсаж сейчас включим. Насколько хватит на 7 недель? А буря идет 25 недель. Ну мы сейчас, я говорю, нефтью начнем топиться, научимся, и все будет хорошо. Так, давайте какое-нибудь обещание. Принять, исследовать. Верная молодежь. А, блин, я обещал что-то еще исследовать. У меня денег нет, да? Достаточно марок. Теплошмарки. Блин, митинги все-таки прекратились, смотрите. Ну и пошли в жопу. Я здесь обещал что-то исследовать в обществе какое-то полезное. Они больницы хотели, серьезно? Университетскую клинику? Ну, давайте. Митинги прервал буран, думаешь? А, да, то есть не из-за того, что эти меня не взлюбили? Холодно митинги устраивать? Да наоборот, можно греться всем вместе. Хорошо же.
И чё? Во, все, топимся этим. Топимся этой фигней. Минус 422. Тоже за 7 недель исчезнет все топливо. Отопительный центр бы построить где-нибудь, да? Что-то нам очень холодно, видимо. Ребята, сейчас я уменьшу работу холодных районов. Это что, жилой район? 83. Этот район, блин, в центре. Почему 80? А, ну потому что... Потому что буран. Почему 80 тепла, говорю, почему он требует? Мы сейчас все равно построим отопительный центр где-нибудь. Сюда нельзя, потому что здесь надо... А, район продлевать и так можно будет. Здесь хорошо, мне кажется. Еды минус 53. Окей. Ох, неужели холодно? В буран. Неужели? Неужели, блин? Ура! У меня теперь генератор-то какой? Я в ближайшее время могу топиться только этим. Да, смотрите, я могу выбрать сам. Могу выбрать отопление поселений. Печь в поселении. А могу выбрать бур глубокого плавления. Блин, походу в бесконечном режиме можно и то, и другое выбрать, ребят. По всей видимости. Тут не написано, что одно другое запрещает. Я правильно с тобой играю, у меня аж на минус 1000 холодно. На минус 1000 ресурсов. А. Регулируемые форсунки. Потребление генератора, увеличивающий теплоотдачу выбранного типа топлива. Универсальный. Генератор работает на нефти и паре в дополнение к углю. Ну да. Ну оно само выбирает пока что, на чем работать. Блин, это круто, если так. Реально круто. Так, вот здесь, наверное, холодный очень райончик, да? Капец, у меня 2300 работников. Может, побурим немножко? Вот здесь вот кусочек такой неприятный, да? Блин, это только он мешает или... Да, вот здесь вот вообще все. Вот так вот. А, и этот уже закончился. Забираем ресурсики. У нас какой-то что-то на повестке есть. Давайте дадим... Так, законы, законы. Прикольные законы. Может, законы про тепло какое-нибудь примем? У нас уже есть тепловой разгон. А, это не оно, да? Это ресурсы, город. Борьба с заражением. А с заморожением есть какая-нибудь? Товары первой необходимости. Тепломарки растут. Платные товары. Короче, мне из полезных законов осталось вот эти принять. Вот этот вот принять. Товары первой необходимости. Может, они захотят, авантюристы? Давай, платные товары. Ну-ка. А им нельзя давать обещания. Ага.
даже не... А, нельзя иметь больше трех. Примите принять повестку в сообществе... А, я лордам должен повестку дать. Ладно, лорды, давайте. Смотрим, что у вас. Обязательные браки. Ой, 51 против. Это где вообще нерегулируемые отношения? Ну, вообще, это нормальная тема. Ну, то есть, плохая. Ну... А договариваться не с кем, только с механиками могу договориться. Механическую фабрику, подрывную угольную шахту или отменить идеальных рабочих? Отменить идеальных рабочих. И что захотели? Вот сейчас чат будет решать, наверное. Если я механиков попробую. Не, подождите, мне же надо убеждать не механиков. Не желают, не желают, не желают. А, так я никак это не приму. А, нет, я могу уменьшить одного. Одного того, кто против. Исследовать механическую фабрику производства товаров. Ой, товары, модули плюс 10. Это на самом деле круто. Мне, кстати, модули очень нужны, поэтому я возьму это исследование. Ну, давайте попробуем. 47 против, 53 сомневаются, и у нас есть зрители. Давайте, давайте. Ну, разруха. Да разруха, переживем какие-нибудь. Что-нибудь поставим, построим. Браки, фи. Ну и давайте. Уже 45 человек. Отголосовать-то будут только 20, поэтому голосуем, голосуем, голосуем. У нас не вон, он почти один раз развалился. От разрухи нет, вроде не особо. Пу-пу-пи-пу, пу-пу-пу. Блин, вот бы умельцы сделали из Фростпанка Against the Storm. В модах. 47 и... The delegates have spoken. 8 против 9 за... Пивогорик, Тарт. Тартарашкин никогда не голосует за. God of Machine, по-моему, тоже не особо. Ладно, зря давал обещание, получается. Получается, зря давал обещание. У нас тут тепло. Котлетки в обед. Сейчас топительный центр построится, и будет хорошо. Ну, что-то отопительный генератор ничего не сделал. Нефть почти закончилась. Здесь прикольно, что реально надо... Ой, не, это не надо вырубать. Может и надо. Здесь реально прикольно, что надо, короче, все... многие районы поотключать в холод. Кстати, об этом. А чё, я могу хоть куда-то работяг отправить? Недоступно из-за погоды. О, можно пригласить челов в лагерь у костра. Кольцо бараков, возведенных вокруг постоянно пылающего костра. Эти люди вынуждены трудиться почти без передышки. Кладовая ученых. Можно забрать пищу.
Заброшенный научный аванпост занесло снегом так сильно, что из сугроба торчит одна лишь труба. У меня и так с пищей, ну, вообще в минус уходит. На 43 недели все осталось. Так потому что я все выключил. Так этих чуваков надо тоже вырубить, что они тепло потребляют. Так, там верная молодежь и изучить, да? Идею. И механическая фабрика. Верная молодежь. Ну давай, чё, давай, давай. Еще некоторые получили механики. Я точно ради механиков ее исследую. Ну, подожди, латальщики, лорды, а у этой группы нет решения. Пфф, ладно. Че, я не понял, я уменьшил логистический район, количество человек. Вот у меня осталось 10. Все, теперь на угле живем. Осталось 15 недель. Ну, вроде бы переживаем, да? Вроде бы переживем этот мороз. Доставка по тропе. Выключена, потому что буря. Ага. Недоступна из-за погоды. Ну да, ну да. Соединить путь. А можно соединять пути пока? Тоже погода мешает. Как будто бы нет. Заработяк можно пригласить. Сейчас бы плюс 2000 населения в такой холод, да? Просто грустно, что они ничего не делают. Хочется хоть что-то сделать. Но они ничего не делают. Угля на 7 было, так успели добыть. За это время. Получается. Здесь можно чрезвычайку врубить. Здесь очень большая потребность. Вот здесь надо было все-таки тепловой этот строить. Как будто бы, да? А здесь что, не все работают? А, чтобы теплее было. Ну что, хватит нам угля? Подождите, а может быть построим уже таки добывающий район на газ? И у нас будет еще и газ добываться. Три. Давайте строить. Сейчас на газе будем выживать, на 80 миллионах газа. Денег почти нет, да? Собрать средства с авантюристов. Уф, они, у них даже не уменьшились отношения вообще. Они вообще не против давать мне деньги. Так, я правильно понимаю, что у меня больше нету металла, который вот этот, модули. У меня больше нету модулей. Надо начинать делать модули. У нас минус 125 материалов. Это значит, что люди не удовлетворены спросом товара аж минус 8. А если поставить товары, минус 6. Ну, минус 2, минус 2 марки в неделю. 10 недель, 20 марок. Седьмой луз подряд в реверсе. Чему там лузать можно?
Слушай, ну прикольно, буря заставила меня потратить прям все запасы. Ну, короче, вот эти вот районы слишком много жрут, да? Что их ничего нет. Вообще, есть где-то, блин, уровень потребления районами тепла? Нету. Материалы, пища, влияние соседства района. Тепло и виды топлива. 4. Вот, есть все-таки. 60, 88, 16. Ага. Ну, вот эти вот районы у меня самые такие необогретые, да? Ну, вот можно вот этот вот, где по 80 или где по 60. Так, так странно зажимать Alt плюс 4, 5, 6, 7, 8. Ну, типа, ладно. Вот здесь аж 3 района можно утеплить. Но один из них как бы строительный, который нам не нужен. Но в целом... Давай тут. Alt можно не жать. Да, можно, видимо, не жать. Alt — это просто информация. Окей, да, можно просто 4, 6. Alt — это именно экономика. 6 пища, 7 рабочая сила. 8 влияние соседства района. Латальщики, требования выполнены. Кайф. Механическую фабрику исследуем. Это я сейчас даже ее строить, скорее всего, буду. Что мне эти модули капец как нужны. А здесь дают всего 8 модулей. Ну, разруха растет, да и пофиг. Ага. Здесь заболеваемость растет. Потребности плюс 40. Ту-ду-ди-ду, ту-ду-ду. Так, и чё, газ не добывается, что ли? Залежи геотермаль. Ну и чё? Я не понял. А вы поняли? Я не понял. Вот топливная смесь. 232 мне вырабатывает. Доступно. А, он сразу же его потребляет. Потребление угля снизилось. В куртке? Жесть. Курьер в Армении в куртке пришел. Не, ну я сегодня выходил, там так типа прохладно. Ну прям, ну чуть-чуть совсем. Прикольно, так, прикольно. 2000 рабочих... О, генератор, давай-ка риск аварии выключаем. Давай-давай, выключай. На 4 недели у нас осталось. Пора. А, ну сейчас построится вот этот утеплитель, и, наверное, станет лучше. На 43 недели. Ну... Чуть лучше стало, ну. Ура! Буран хоть как-то влияет на нас. Это здорово. Ей. Тепло и виды топлива. Да. Так, вообще у меня чуть больше людей, чем надо, в домах живет. Требования выполнены. Опа, минус 371. Резкий холод. Уголь.
в ноль. Пар в ноль. Ну, так это и должно играться так, на самом деле. Раньше мы жгли, жгли излишки, а сейчас... Так, значит, смотрите, самое важное — отопление, да? Улучшение генератора хорошее, но пока же дорогое, и три ядра. Давайте поселение... Я сейчас хочу проверить, неужели я реально могу и то, и другое использовать? Походу, да. Про второй геотермальный район строить? Ну, можно. Да уже, на самом деле, мы сейчас все... Ну, разве что запасать пар, да, можно. 27 человек погибли во время чрезвычайных смен. То есть, понимаете, да? Они погибли не из-за того, что холодно. Они погибли из-за чрезвычайных смен. Ну и зря я их сделал. Все. В тепло в излишках. Буря прошла. Все негативные эффекты исчезли. Мы пережили бурю. Отправить экспедицию в 25 работяг. Смертельный, кто-то умрет. Хорошо. Косвенно все из-за холода. Ну, да, но... Сколько мне здесь материалов нужно будет? Десять морозных отрядов, 100 модулей, одно ядро. Okay. Так, еду возвращаем. Еду возвращаем. Еду возвращаем. Здесь работяг возвращаем. Работаете. Уже можно немножко материалов сделать. Вас, наверное, тоже возвращаем. Итого у меня 68 рабочих осталось. Что где-то не работает. Один дом чуть-чуть не добит. И в целом здесь вон как фабрика материалов. Но здесь все нормально. Хорошо, 10 исследователей. Сюда, поехали. Стоп, я отменил экспедицию? Нет, я добавил экспедицию. Пережили, прикольно. А что, сейвиться я не могу.